Запах дерева и звуки станков. Жизнь в столярном цехе профучилища номер 3 вновь кипит. Долгое время мастерская простаивала, так как нуждалась в ремонте, но средств на это не было. Однако уже в апреле цех заработает в полную мощь. Сейчас меняют двери, окна, приводят в порядок электропроводку. Помогают с ремонтом и сами студенты. О том, что с нетерпением ждут запуска, рассказали Алане Томаевой. В столярном цехе 3-го профессионального училища снова кипит жизнь. Сейчас здесь не чувствуется запах дерева, не слышно звуков станков, но это пока. Уже в апреле цех планируют запустить в полную силу. Мастерская долгое время не работала, нуждалась в ремонте, но средств на это не было. Осенью прошлого года правительство республики приняло решение объединить ГМТ и профессиональное училище номер 3. К реорганизации приступили в декабре, сейчас оформляют последние документы. В первую очередь решили восстановить столярное производство. Это главный момент на сегодняшний день – привести в порядок и запустить этот цех. Будут меняться окна, двери, все оборудование, вся электрика будет проведена по-новому. И участвуют в этом студенты электрики техникума. Все осуществляется за счет внебюджетного финансирования техникума. Помимо того, что это будет вклад во внебюджетное финансирование, то есть доход от этого, от производства этого цеха. Но самое главное то, что дети уже здесь на месте, в стенах образовательного учреждения будут как на производстве. Техническим обслуживанием старого оборудования тоже будут заниматься студенты. Помогут им в этом опытные преподаватели. Ребята признаются, любят работать с деревом, поэтому с нетерпением ждут, когда смогут приступить к обучению в новых условиях. Раньше было, как сказать, мало возможностей. Сейчас появится больше возможностей, больше станков, больше, всего побольше будет. И уже с деревом будет легче работать. В 3-м училище есть и автомастерские, 8 боксов, столярные и слесарные цеха. Все это сейчас не работает, но их тоже планируют восстановить. В училище сейчас 211 студентов. Это рекордно низкий показатель. Руководство учебного заведения надеется, что благодаря объединению и возрождению старых мастерских получится заинтересовать большее количество абитуриентов. Алана Тумаева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.